десятилетия ребенка. Ребенок захотел покушать на природе, да? Возле ручейка, да? А подарок тебе подарить? На. Распаковочка. Как у тебя классно совпало. И подарок на день рождения. И пикник, это да? Непонятно. О, Аленочку положили. Кого? Аленку. Какую Аленку? Я сейчас покажу. Вот. Шоколадку. Да. Ничего себе. Блин. Вот это подарок. Это мы не знаем, что это. Мы сейчас подождите. Надо Аленочку выложить. Да. Вот Аленочка на сладкое, у нее тут много чего вкусного, да? Ну давай, нет, не с той стороны. Вот с этой стороны, да. Распечатывай. Твой подарочек. Давай какой я тебе помогу. Скажи, ногти там... у тебя уже, когти замерзли. Зарядочка какая-то. Принтер как у Костика. Как у кого? У него тоже розовый. Да, у него тоже такой. На. Так, коробочка, ты нам пока что не нужна. Это чтобы не холодило. Чтобы... И что же там? Такой принтер. Вот тут, короче, там надо как-то открыть. На кнопочку нажать, открыть. Вот. Тут вот, вот уже эта заряжена. Бумага. Тут. Ролик. Ролик. Он очень мило будет печататься. Ну ты довольная хоть? Да. Счастливая. Понравился подарок? Приколдесина. Ну жуй теперь свой пикник на день рождения. Завтра я распечатаю папу, маму и бабушку. А что, может сегодня вечером? Сегодня вечером. Там надо будет приложение все регистрировать. Ну ладно, ладно, ладно. Так, в рюкзак все. Как вам отдыхается? Хорошо. Не холодно? Твое любимое блюдо теперь. Посмотри, какая речка хорошая, вонючка. Да? Вот и отпраздновала ты свой день рождения. Съешь один помидорчик. Почему? Нет. На что только не пойдешь, да? Чтобы есть свой любимый салат. Забыв купить вилку. Чего? Уматываем. И говорю, две сразу не получилось. А что ты не захотела там в магазине поесть? Там у них было хорошо. Меня человек сбил, а я еще почему-то... В лесу. Да, рядом с речкой. Да чего же все-таки вкусный салат, да? На природе. Бабушка такой не готовит? Сидишь, хрустишь. О, сыр пошел. Там надо было перемешать сыр. Глянь, сколько там сыра. Спасибо. Ты прям как настоящая кореянка. Сидишь и жуешь. Это не я. Это не ты. Так тебе уже учебные палочки не надо давать. Ты уже нормально обычными ешь. Надо на сушах потренироваться, да? Сейчас на помидорах потренируемся. У тебя удался праздник. Хороший день рождения. И подарки отличные. Это тебе от бабушки подарок, Гали. Передашь тебе спасибо. Хорошо, передам. Что там такое? Помидорку хочешь взять? Сама съесть? Нет, тебе дать. Нет, спасибо, я потом. Помидорки я потом поем. Кушайте свое. Ладно, да, снимаю. Посмотри, какая красота вокруг. А ты не хочешь гулять. И домой хочу. Ну пошли, мы уже половину скоро пройдем пути. Устала, да? Да.
Замерзнешь, пойдем. Хорошо. Пойдем. Жопа горит. Пойдем, надо на твой подарок поставить приложение. Надо посидеть. Замерзнешь, мухи закусают, собаки заберут. Пойдем. Какие собаки? Злые, бездомные. Нету собак. Пойдем, уже видишь, вороны каркают. Пойдем гулять. Домой пойдем. Домой. Домой? Да, пошли. Красотища какая. Лес непроглядный, непробудный. Давай быстрей, догоняй. Красота какая. Неимоверная. Да? Да. Лес, Кира и красота. Ну вот ты и дома. Ножки болят? Устала? Как отпраздновала? Нормально. Ну тогда, Маша, всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.